В самом центре Керчи, в абсолютно заурядном дворике по адресу Карла Маркса, 33, расположилась необычная выставка скульптур. А живет здесь керчанин Александр Лохно. По профессии он токарь, однако в душе скульптор. Свою первую работу Александр Лохно выполнил 15 лет назад и с тех пор просто не смог остановиться, с каждым разом совершенствуя свое мастерство. Александр Лохно живет в маленьком доме, сплошь и рядом украшенном мраморными скульптурами. Здесь можно увидеть фигуру царя Соломона, каменный бюст грозного Митридата, нежные изгибы плеч Венеры, воинственного Александра Македонского, Зевса, Фортуну, двуликую скульптуру Аида и Персефоны, грифонов, купидонов и многое другое. Среди работ встречаются и библейские мотивы – изображение кормящей Божьей Матери, молящегося Иисуса и даже портрет Сына Божьего на рыбе. Ведь ученые считают, что имя Иисуса произошло от древнегреческого «ихтис», что в переводе означает «рыба». Среди работ Александра Лохно преобладают скульптуры из мрамора, однако мастер работает и с другими материалами. Thank you.
Свои творения кирчанин не прячет за высокими стенами и бетонными заборами. Каждый желающий может посетить его сказочный уголок и полюбоваться его удивительными работами.